И что ж, дорогие друзья, всем привет, с вами, как всегда, я, Орен Чудик. И, ребята, я сегодня будет, значит, само видео, обычно, как я буду играть, а также сегодня будет поздравление, потому что у меня на канале уже 200 видео, это мои вторые 100 видео. Так что сегодня я буду играть в карту Roblox'ian Automatic Subway 2. Карта совсем недавно вышла, она гораздо круче, понятное дело, чем первая часть. Так что смотрите, мы сегодня, так сказать, будем изучать экскурсию по этой игре. В общем, смотрите, ребята, хочу вам кое-что порекомендовать. Ребят, это не реклама, это я просто как бы вам хочу сказать кое-что. Так, что происходит? За что, почему? А, вот, все. Зависло просто там. Смотрите, ребят. В общем... Ай. Да, блин. Ой. Да, в общем, смотрите, ребят. Дело в том, то, что... Вот... Ай, смотрите, давайте вот я сейчас напишу вот здесь вот в играх. Вообще, Roblox'ian Automatic Subway 2. Мне невозможно найти... Мне вообще невозможно найти просто вот так вот. Набирание в поисках игр. Вот я набрал слово Subway. Вот Roblox'ian Automatic Subway 1. Просто вот первая часть её. Ну, которую меня там до сих пор забанили, никак не разбанили. Ну, давайте ради интереса. Посмотрим... Видите, написано, что тут много секретов там было написано. Так, ну, что тут, понятное дело. Ну, конечно, меня, конечно, там забанен. Ну, то, что я проник в эту базу Муфахи, я уже знаю зачем. И вот, смотрите, здесь есть ссылочка на группу, в которой всегда участвует Муфахи. А я сейчас вам покажу вот эту группу. Она называется Муфахи Стрейнс. Вот. Делаем Муфахи, Happy New Year, вот он писал, 1 января 2020 года, а, в 3 часа дня, в 3-3 дня, о, да, это я писал, разбаньте меня, пожалуйста, в карте Roblox'ian Automatic Subway, вот, ну, тут что-то переписывается с кем-то, тут что-то настраивает, какие-то ссылки они тут скидывают. Ну, смотрите, здесь вот есть ссылки на карты какие-то. Ну, есть карты с музеями. Вот, а вот Roblox'ian Automatic Subway 2. Вот, вот ссылочка на эту карту. Это метро Хельсинки. Я тоже когда-то, наверное, сделаю про эту карту обзор. Но там это не автоматическое метро, а там реально можно управлять поездами. Но если не останавливаться на станциях, тогда Муфахи забанит. Да, вот так вот мы живем с ним. Так, ну, как ему ответить, я не знаю, ну, я, вот, это я написал, разбаньте меня, Муфахи, ну, блин, тут не высветилось эти сплошные решетки, как они меня достали уже. Вот, и, в общем, разбань меня, пожалуйста, в карте Roblox'ian Automatic Subway. Так, что-то он какие-то вот это вот скидывал, что-то. Это сегодня было? Понятно, вот так вот. Ну, сегодня же 5-е. Так, значит, давайте будем тянуть время и играть. Нажимаем на эту ссылочку, и у нас выпадает вот эта вот карта. Ну, вы уже видели. И что ж, нажимаем играть. Roblox'ian Automatic Subway 2. Все будем там изучать подробно. И хорошо, что меня там не забанили, но если там что-то будет нарушать, надо будет. Я в эту карту уже играл, понятное дело. Это, ну, ребят, ну я все-таки на этот раз там не буду ничего нарушать. Ну, еще и в этой карте мне не хватило забанить. И так уже в двух картах я забанен. Еще и в этой карте, блин, в моих таких любимых картах меня забанили. Так, телепортация. Кстати, ребята, вы знаете то, что тут... Каждая линия метро, она, короче, тут это отдельные карты. Вот, короче, вот я сейчас как бы захожу в какую-то карту. Посмотрите, там, ну, сколько там, 5-6 линий, там, не помню. И, в общем, значит, если 6 линий, пускай будет 6. И, то есть, это тогда, значит, надо, это 6 карт.
Смотрите, ребят, здесь есть лифт, на каждой станции лифт. Так, там поезд едет. Так, что не вызывается-то? О, вот. Прямо помните, в первой части же... Ай, блин. Ребят, слушайте, знаете, почему я не поехал на этом лифте? Короче, в общем, на этом лифте там музыка играет. Да, в общем, ребята, смотрите, как выглядит он. Так, ну нормально слышно, да, все? Вот, смотрите, ребят. Not in service. Что, сюда нельзя садиться, что ли? Почему not in service написано? Вот здесь, вот. Что он не работает, легко следует. Ну, в общем, смотрите, ребят, здесь не надо садиться, чтобы поезд быстрее ехал. Они всегда ездят с нормальной скоростью. Я могу гулять. Я сюда вообще никаким образом не выпаду, и поезд с рельс не сойдет, как в первой части. Вот тут могу хоть прыгать. Опа. Please leave the train. Короче, ребят. Да, короче, так, это, короче, желтая линия. В общем, ребята, туда нельзя заходить, потому что сейчас поезд будет идти на разворот в депо, в тупик. Да, это лифт такой вот. Это такой лифт. И вот, знаете, в честь Нового года Муфахи почти в каждом лифте установил такую вот музыку, так, грубо говоря. И какой-то тут странный лифт вообще. О, смотрите, вот, в общем, мы едем. Это не окно, это просто для красоты. Так, и поезд, короче, там поехал дальше в оборот. Да, вот так вот. В общем, здесь вот все устроено. Давайте поедем обратно. Так. Едем на лифте, прикольно, да, ребята, вот так вот кататься на лифте. Вот первой части, помните, когда-то был лифт, но я, конечно, видео не снимал про это. Вот, и, к сожалению, вот Муфахи зачем-то его закрыл, не знаю, что-то там, проблемы, не знаю. Так, и поезд уже развернулся, и по стрелкам вот там он гоняет и едет вот сюда, на этот путь. А мы ждем. Так, я сейчас. Так, в лифте играет какая-то музыка постоянная. И вот этот, помните, вот на следующей станции, вот помните, когда я там только начинал играть, знаете, почему не поехал на том лифте? Потому что там, короче, играет очень громкая музыка новогодняя. И я, честно говоря, не хотел там быть. И тем более вы меня не будете слышать вообще за этой музыкой. Да? Настолько там громко, короче. Так, вот, смотрите, какие тут сиденья прикольные. Да, можно сесть, поехать. Так, мы сейчас едем до какой-нибудь станции. В общем, сейчас посмотрим, вот. Вот, сесть можно. Так, выпасть из поезда вообще тут невозможно, ну, баганным способом. Так что тут уже вот никак не прорвешься баганным способом в депо Муфахи, блин. Так, вот и следующая станция. Ну да, и бывает такое, что поезда проезжают станции. Вот такое вот бывает, да. Tap от Factory. Ага, это желтая линия, и здесь переход на синюю линию. А давайте мы как раз таки здесь перейдем. Так. А вот тут вот там, по-моему, тоже играет сильная музыка. По-моему, да. Да, точняк, ребят, тука. Так, давайте быстро перебегаем. Перебегаем. Я не хочу кататься в таких лифтах. Ну, блин, вот надо подождать чуть-чуть. Новый год кончится и все, и лифты перестанут ходить. Ну, в смысле, ходить с музыкой, потому что я не люблю, когда это происходит.
Так, переходим. А вот на синей линии там спокойно. Кстати, ребят, вот на этой станции Teapot Factory синей линии, а не желтой. Там, короче, есть, знаете, там лифт российский. Вот он. Ой, подождите, не прогрузилось, сейчас прогрузится. Вот. Вот, смотрите, ребят, узнаете, лифт в таких советских домах. И это реально российский лифт. Его вызывать надо как-то странно, его. Так, ну, что у нас? Вызывается лифт? Ну, вроде вызвал. Вон он едет. Он что, вверх это? Я просто в щель видел, что он вверх открыл. Смотрите, ребят, тут по-русски написано слово «вызов». Видите? Так, и лифт очень быстро закрывает двери, потому что, блин, смотрите. И от него такие звуки, слышите? Как из Майнкрафта, по-моему. Так вот двери закрываются, что будете смотреть? Вот что будете смотреть на эту кнопку. Ну, нажимаем на Station. И вот наш российский лифт в Роблоксе вот так вот опускается. Да, ребят, наш советский лифт, ну, такой деревянный, наверное, всем он известен. Что сегодня с ним? Че он как-то вниз отъехал, потом опять вверх чуть-чуть. Ну, не знаю. Баг какой-то. Так, в общем, это синяя линия. Музыка какая-то играет. Так, и вот поезд едет, я слышу, кажется. Да, вот он и едет, наш поезд. Ой, там едет. О, мама. Опять проехал. Green Road. Вот, давайте сядем на эту сторону. И вот так вот. Это же беспилотные все поезда. Да и в первой части Roblox на Automatic Subway все поезда были беспилотными. Вот тут так вот можно ехать и наслаждаться. И наслаждаться. И можно сесть вот сюда и смотреть. И сюда, и сюда. И прям вот все абсолютно видно. Как будто я машинист в поезде. Ну, хотя это поезд без машиниста. И вместо кабины машиниста здесь просто такие вот сиденья, чтобы, ну, наблюдать просто вот так вот. Кстати, ребят, видите вот эти вот кружочки вот эти вот? Видите, вот такие вот кружочки вот эти вот. Короче, ребят, вот, в общем, это пантографы. Это, короче, магнитные пантографы с электроприводом. Потому что вот эти вот поезда ходят на магнитные тяги с электроприводом. То есть генерирует магнит электричество. Вот, поэтому... То есть это... ЭБ. Doors are closing. Так. О! Вы знаете этого чувака? Это мой... Вот этот вот, вот он у меня в друзьях есть, да. Слушайте, ребят, короче, в общем, вот этот вот чувак, он, короче, когда я был в лагере в прошлом году, короче, ну, не в лагере он, мы с ним познакомились, он гулял на площадке, а мы были в лагере. В общем, я с ним познакомился, завелся в WhatsApp, вот, и вот мы уже вот год просто, ну, мы, как бы, ну, уже даже полтора года не общались, ну, просто так познакомились еще, типа. А вот сейчас мы начали много общаться, и я ему в Роблоксе вот теперь мы познакомились. Я даже его канал на Ютубе нашел, но он мне сказал. Я ссылку на него оставлю в описании. Да что же... О, мама я. Ап086. Вот запомните его ник. Так, что-то сегодня поезда проезжают в станции. Вот обычно такого нету. Сегодня что-то есть, не знаю почему. В общем, ребята, и мы начали общаться с ним. И я познакомился его с этой крутой картой. Он теперь, наверное, играет. Не, он, наверное, сейчас играет. Так, какой-то поезд тут подошел. Вот, смотрите, ребят, это моя самая любимая станция, потому что она на улице. Тут можно так вот бегать за поездами, смотреть. Видите, их они ездят тут. Так. Он поехал. И уехал, и куда-то поехал.
Да, ребят, короче, подписывайтесь на этого чувака, ссылка в описании, но его зовут Артём. И, в общем, подписывайтесь, да. Что-то там какие-то видео снимают, как он там залез на кран, хотя... А что я там видел вообще? Он что-то там не залез на кран. Так, короче, ребят, в общем, я... Это... Почему он сейчас играет на этой карте? Причем он играет не на карте в Roblox на Automatic Subway 2, ну, как бы. А ведь там же карты, как бы, с линиями. То есть, прям карты в этой карте, да, как бы, на вот так вот. И, в общем, эта карта, в которой я сейчас играю, она называется, Medical Center Green Road Line. Значит, от станции Medical Center до станции Green Road. Эта станция ведет. Да, и в общем вот так вот, в общем, смотрите. Так, ребят, сейчас я буду делать кое-какой трюк. Я сейчас запрыгну на поезд, доеду до станции, я там уже на станции забегу в поезд, короче говоря. Так, значит, в общем, я слежу сейчас за ним. Вот, может, он сейчас в WhatsApp мне что-нибудь напишет, там, не знаю. Так, ну, а ну давайте мы посмотрим за поездом. Когда поезд приедет, я буду прыгать. Сейчас я ему напишу по WhatsApp. Apt086, в общем, его ник. Так, ну что ж там, ну поезд, я думаю, интервалы между поездами там где-то 4 минуты. О, поезд! О, поезд! Так, ну все, ребята, так. И прыг... Какого? О, да! Есть! Йо, офигеть, это прикольно было. Да. Так, так. Ой, слушайте, я, наверное, не помещу сейчас этот потолок. Давайте сейчас... Опа, так я... Ей. Вот, видите, какой я акробатик. Акробат, да. Так, ну, давайте попробуем все-таки найти Артема. Тут с той стороны тоже поезд приехал. Так, с той стороны тоже поезд приехал. Да, прикольно, да. Что-то даже не ожидал его увидеть. Так. Говорит, что он на Новый год петарды взрывал. А я вот вообще ненавижу петарды взрывать. Я никогда этого не делаю. Даже под Новый год. Потому что, я не люблю взрывы. Эти петарды вообще не раздражают звук. Я никогда не буду взрывать. Я вообще, если я был президентом страны, это я что-то уже, как у маленького ребенка, у меня мысли, ну просто свои мысли говорю. Просто если бы я стал президентом, я запретил стрелять. О, конечная. Конечно, так, в депо нельзя находиться, вдруг там еще муфахи забанят. Слышите этот звук? А это в лифте там? А все, уже нет. Так. А куда этот чувак сел-то тут? Ну вот, ну нельзя же садиться, написано. Ну, все правильно. Все, хорошо, что вышел. Он сейчас в депо будет заезжать и там разворачиваться. О! Что? Он багнул.
Да, все-таки там поехал. Так, давайте вот лифт также прикольный. Блин, тут чувак, короче, ну, который там покатался, он, короче, на поезде уехал. Так, ну ладно, я подниматься не буду на лифте. Зачем вообще? Если поезд уже сейчас приедет. Хотя... Давайте по-быстренькому. Быстро. Нет, 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 поезд едет. Ну, поезд едет. Ну, что, поезд едет. Да, вот, смотрите, как я успею-то. Конечно, конечно, вот, поезд едет. А, да, что же это такое-то? Чё с этими поездами-то? Чё не проезжает станция? Вот, вот вам и на дверь, ведущая вот в никуда. Тоннель в стену. Doors are closing. Вот, только в Роблоксе такое может быть, блин. Так, ну вставай. Ой, тихо, сейчас зажмет еще. О, а, что? Почему поезд наклонился? Что я сделал для этого? В общем, ребят, я поехал искать Артема. Так, я ему написал в WhatsApp. Он вроде заходил еще в четверг в 23:06, хотя мое сообщение 16:27 прочитано. Ну, такой баг в WhatsApp иногда бывает. А вот еще одно сообщение 16:28. Он не прочитал. Ну, там я ему написал. Ну, 27 минут я написал ему, я вижу, как ты играешь, а 28 я написал, я видео записываю, как я играю. То есть вот это вот я написал. Так, ну да, что ж, давайте. Шо ж. Что ж. Ай, да хватит! Так. Да, какой-то поезд тут едет. С другой стороны. Так, doors are closing. Это мой поезд. Все, поехали. Едем. Просто я не знаю, как мы заезжаем, честно говоря. Как мы тут... Потому что как бы просто пропасть, там какой-то тоннель еще взялся. Ну, по которому я сейчас еду. Ой, нет, блин. Он вышел из игры. Ну, может быть, он не вышел из игры, может, он просто пересел на другую линию. Так, слушайте, ребята, я хочу найти... И так что давайте... О, кстати, это легендарный лифт, через который можно просто проникнуть сквозь дверь, когда вот этого вот кабинки, когда нету. Вот смотрите, сейчас вызову. Сейчас вызову. Ай, да что ж такое? Ай, ну давай... Вызывайся... О, вот. Так, тихо. Опа. Так, дверь закрывается очень медленно. Ну, нормально вроде. Еще лифт уехал, кажись. Да. И вот, видите, как тут можно сквозь дверь пройти. Еще, ну, если я туда наступлю, я умру, я это сделаю. Все. Слез. Так, ну, давайте, короче, выходить из этой игры. Сейчас мы... Перейдем, знаете, о, стойте, сейчас мы, давайте все закроем, сейчас мы зайдем, короче, знаете, куда, сейчас зайдем, ну, посмотрим, где Аптут 086, а, он просто в сети, он ни во что сейчас не играет, он просто в сети, да, ну, понятно. Самая крутая линия, так, это красная линия, это так, подождите, так, 1, 8, 6,
Может, он меня за мной смотрит, может, меня ждет. Так, ну давайте, значит, зайдем. Вот. Сюда, давайте на красную линию. Вот, пойдем. А, кстати, вот Саша. Саша. Admin Command, кто-то он играет, так это во что играет? О, вот это прикольная карта. Я тоже когда, я тоже, наверное, когда-нибудь видео про эту карту сделаю, она прикольная. Так, ну что он там уже? Так, ай, ну что, блин, ну давайте, ладно, сюда вот заходим, может, меня реально ждет. Куда я зайду, туда и он зайдет. Ну ладно, давайте. Ну что, вообще, наверное. Может, он вообще, наверное, зашел, как бы, на эту карту, потому что меня там увидел. Так, это Roblox на Automatic Subway 2, как бы. Так, а, это... понятно. На этих линиях надо покупать билет. Вот, смотрите. Вот. Так, короче, ребят, сейчас я вам покажу. Такая-то лестница, прям такая, воу-воу-воу-воу-воу. Давайте, в общем, сейчас... Да, это аэропорт, станция. Вот схема. Вот эта схема Роблокса на Automatic Subway. Так, блин, Артём, кажись, не зашел. А, чуть не упал. Сейчас бы только мужчин дарахнуло. 725 еще. Это, короче, зеленая линия. Станция аэропорт зеленой линии. И зеленая линия очень крутая. Здесь самый крутой и новый поезд ходит. Сейчас я вам его покажу. Вот, смотрите, какой он. Красавец. Блин, и он тоже приезжает к станции. Ну ничего. Ну ничего. И он что-то шум двери открывает, как. Так, вот. Поршни такие. Тут, короче... Doors are closing. Тут, короче, знаете... Заметили, ребят? Тут, короче, такие вот поршни разделительные стоят. Они как бы разделяют, да. Так, это для инвалидов, конечно, да? Это, короче, для инвалидов место. Вот тут, ну, это не так тут надо стоять, все равно... Ладно, так, короче, вот неважно. Садимся и едем. Все, вот, короче. Это зеленая линия. Смотрите, Rail Service. Значит, железнодорожный работник. Ну, как бы тот, кто работает по железнодорожному. О, там поезд какой-то уехал. Да, тут еще один поезд ходит. Тут не только этот поезд ходит. Так, ну куда мне? Так громко и вообще открывает дверь вот этот поезд. Майн Либр. Doors are closing. Ага.
Да, вот такой вот прикольный поезд. Напишите в комментариях, он вам нравится? Вот, ребят, ну не надо писать привет. Ну, я, да, уже мне вот один чувак написал по каким-то видео, там, по-моему, под Роблокс на Automatic Subway, или там, что-то, какое-то там видео было. В общем, ребята, вот, в общем, пишите то, что я вас прошу писать в комментариях. Ну, если не хотите, тогда не надо, никого, в принципе, не заставляю. Так, давайте, значит, вызываем лично. Тихо. Давайте. Вау, вот видите, вот. Я, ребят, я первый раз именно на этом лифте еду. Не знаю вообще, как он... В самом деле... Я не могу двигаться, когда лифт поднимается. Вот видите, я нажимаю на эту кнопку, и ничего не происходит. О, он когда он приехал, я двигаюсь. Видите, как тут сделано все прикольно. Так, я опять не могу двигаться. И сейчас двинусь. Какой-то пищит этот лифт, как-то очень странно. Какой-то странно. Пищит вообще как пищит. Странновато вообще сильно. Вау, что это я делаю такое? Так, поезд где-то едет. Где-то едет. А, вот он, я вижу, да, вот он. Едет, так, это какая станция? Майн Либрари. А, вот она, так, а это до какой станции? На станции аэропорт. Ну ладно, давайте сюда. Садимся, короче. Есть вот такой поезд. Тут ходит два поезда на этой линии. Вот этот и вон тот, короче. И вот этот. И все. А больше поездов нету на этой линии. А вот такого поезда нет нигде, кроме зеленой линии. Все, конец. Конечный, в смысле. Не, услышите, как говорят terminus? Terminus это конечное, значит. Значит, ну конечное. Как... Doors are closing. Так. Вызываем. Так. Вот так. А вот сюда вот, да? Ага, так, вот приехал наш лифт. Ну, заходим и жмем сюда. И поехали. Так, я двигаться опять не могу. Ну, потому что я еду. Ну в каких-то лифтах я могу двигаться во время, уже каких-то нет. Так, вот так вот живем. Так, что не двигаюсь? Я же приехал уже.
А нет, еще еду. О! Так. И что нам куда идти? Теперь нам сюда надо платить заново за проезд, чтобы пересесть на другую линию. Ну давайте мы это сделаем. Так. Ой, чё? О, всё. Так. Так, давайте. Теперь нам надо. Вот видите, тут красная линия. Аэропорт Лайн. Ну, аэропортская. Линия это красная линия, она самая удобная. Это самая удобная линия в этом метро, потому что она, смотрите, ребят, какой интересный факт в этом метро. Факт. Сейчас я, короче, спущусь на лифте, кое-что откроется. А вот этот лифт открылся, ну, значит, мы сомневаемся, садимся. Давайте садимся, так, вызываем, нам куда? Так, нам куда? Сюда? Точно? Блин, просто надо от этих лифтов, не надо здесь вот стоять, а то они вот так вот открываться будут. Так, о! Что? Зоб, я выпал в шахту. Капец, слушайте. О, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Что это тут за кнопки? Doors are closing. А, что я сделал? Что сейчас будет? А, двери открылись? Ой, блин. Слушайте, а я... Я же... Да, как же это произошло, ребят? Я не знаю, но... Надо как-то попытаться... Опа! Так, и давайте... О! Так, тихо, давайте ползём здесь. А, нет, мы не пролез... Ой. Чёрт возьми, я провалился вниз. Да... Ну да, вот так вот лифт работает здесь. Так, ну как же выбраться-то отсюда? И вообще, там вообще на этом лифте была, по-моему, вообще, по-моему, кнопка стоп. И что можно было, может так реально лифт остановить? Но это такое уже хейтерство, так называемое. Короче, ребят, умираем, я отсюда уже никак не выберусь. Давайте, умираем. Так и... Ух ты, это что за станция? Ну, это тоже красная линия, потому что я же с этой карты-то никуда не уходил. Так, какая-то станция, короче... Сейчас вам, ну, кое-какой факт покажу. Ну, я же вам говорил, помните? Оу! Нет! Не хочу ехать, там музыка играет. Эй, куда этот парень сел? Сюда нельзя садиться. Medical Center. А это красное, да? Это красное, точно. Угу. Doors are closing. Смотрите, ребят, интересный факт. Так, поезда на красной линии чем-то отличаются от поездов на синей линии. Ну, то, что двери не такие панорамные. И там нет таких изгибистых поручней. И поручней еще не таких изгибистых нет. Ну, сейчас смотрите. Вот конечная станция. И вот конечная станция. Это все синяя линия. А чтобы не доезжать от конечной до конечной, если надо там кому-то, надо просто один перегон по красной линии проехать. Прикольно. Вот это и есть факт. То есть, в общем, да, вот видите, красная очень удобная линия, она самая удобная, правда, самая короткая, всего 4 станции. То есть, прям, смотрите, соединяет все линии. То есть, из-за нее надо вот тут так вот ехать, потом пересаживаться, там, ползти, не понять сколько, вот сюда. То есть, вот,
Вот потом вот сюда, вот то есть только станции ползти. А тут раз, 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 и все, и ты в аэропорту. Вот какая хорошая линия все-таки. Так, я очень оптимистично, наверное, думаю по-вашему. Ну, ладно, давайте садиться на поезд. О, этот чувак, блин, вот зачем он в депо заехал? Ребят, если под этим видео наберется 5 лайков, тогда я проеду в депо поездов. Да, ради вас, все ради вас, ребята. И вот смотрите, та, вот на синей линии еще нет вот этих вот зеркал. Зеркал вот этих еще нет, ребят. Ну тут надо громко говорить, потому что поезд как бы шумит. Да. Так, так, в общем, аэропорт. Да, все правильно. Давайте, нам надо ехать одну остановку, чтобы... То есть, тут просто два... Две станции с переходом... На этой линии две станции с переходом только на синюю линию. То есть, две станции с переходом на синюю линию. В общем, первая станция Medical Center, это... То есть, я сейчас от конечной до конечной и эту станцию. Ну, вы помните по схеме, да? Опа, там встречный поезд, кажется, был. Я по звуку слышал. Так, вот пантографы, ну, только приемники, как бы. Тоже нормальные. Не то, что там полукруглые какие-то, а уже нормальные круглые, да. Да, ну там, не знаю, что-то с поездом, наверное, было тогда. О, не проехал станцию. Ну, чуть-чуть так. Проехал. Ну, вот так нормально. Никто не умер. Все хорошо. Да и вообще, в принципе, так и надо было подъехать. И он правильно подъехал. Doors are closing. Как всем поездам надо. Да. Так, смотрите. Я был только что здесь, потом... Вот я сейчас приехал отсюда сюда. То есть это конечные синие. То есть вот синяя линия, то есть я вот так вот... Ну, типа, ну я ну, не вот здесь вот ехал, а вот здесь вот. И вот так вот... Быстро проехал вот здесь вот. Вместо того, чтобы вот это вот все объезжать. Приехать еще один перегон по красной. Так, и что же мы еще будем делать? Вот еще лифт. Тут на каждой станции лифты. Вот какой тут лифтик. Лифтус. Так, и да, как тут... Ой, а... О, тут можно двигаться во время движения лифта. Прыгать можно в лифте в Роблоксе. Можно прыгать, ничего не будет. Давайте ходить. Ходить. Так. И такой-то. Тут переход на... О, на синюю линию давайте перейдем. Так, перешли. Ага, так, вот Medical Center Green Road Line. Ну, линия, в смысле, от Medical Center до Green Road. Так, давайте, значит, переходим. Все, перешли, короче, на эту линию. Так, здесь лифтос. Давайте вызываем. Я всегда еду на лифте, а не пешком иду. Ну, только в тех лифтах, в которых музыки нет. Кто это там? Да, диктор говорит. Так, ну давайте... Опа, блин. Нет. Ой, я тут могу двигаться во время движения лифта. Походить там. Опа, там шахта что видно? Шахту видно чуть-чуть. Надо покрутить на камеры. Смотрите, в щель там видно шахту. Вот там видно. Он... Опа, что там такое, что там такое? Поезд. 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 Doors are closing. Сейчас
сейчас прокатимся, я вам что-нибудь покажу еще на этой линии, потому что она моя любимая, вот эта вот линия синяя, Medical Center Green Road. Линия, если ее называть так. В общем, ребята, и потому что она самая длинная. Поэтому эта линия моя самая любимая, потому что она самая длинная в этом метро. Ну, давайте, в общем, будем ехать. Так, тут повороты, какие-то стрелки тут вечные. Омуфахи в тоннеле. Какую жизнь устроил Омуфахи. Опа, так, сейчас будет станция на улице. Сейчас я на улицу буду выезжать. Буду выезжать. Опа, так. Я куда-то опять-то ломанулся. Вот какой-нибудь слепой человек, которого ведет там свинья, какая-то он так вот выйдет. И умрет. О. О, это самый баганный лифт в этой игре, ребят. Короче, ребят, это лифт реально лагает. В этом лифте невозможно двигаться во время движения. Вот видите, как он лаганно едет ко мне. Да, вот так вот, тут такой вот лифтик. Так, здесь, ну, почти то же самое. Давайте нажимаем это. А, давай, закрывайся, двери, закрывайтесь уже. О, все, вот так вот, да. А, так сильно тут лагает. Но, понятное дело, тут не двигаюсь. Ой, тут что с полом? Почему? Что с полом? Эй, почему менять свою краску, да? А почему менять свою краску, э? А почему пол менять свою краску? Так, здесь уже прямо как на Каховской линии. Привык. Ах да, ребят, Каховская линия метро в Москве. Которая ушла в историю. Ну, если вы не смотрели про нее видео, какие-то ничего не знаете про нее, я вам расскажу то, что никогда больше не будет Каховской линии. Она ушла сюда в историю. Потому что скоро это будет большая кольцевая линия, которая заменит Каховскую линию. Это будет огромная линия кольцевая. По всей Москве будет развита. И это будет часть Каховской линии. Но Каховской линии не станет, это будет БКЛ. БКЛ, большая кольцевая линия, расшифровывается. И да, вот так вот. Уже не будет всего. Два перегона всего. Так хорошо. Людей мало. Тихо на станциях, спокойно. И вот БКЛ придет. Не будет так громко. А сейчас знаете, как выглядит станция на Каховской линии? Ох, знали бы вы. Там уже сняли. Там уже все поснимали, все. Весь этот бетон, бетонные стены, все стены там поснимали. Так грустно там, честно говоря. Сейчас там уже все сняли, и там все будут менять на какой-нибудь современный стиль. Кстати, тут рельсы без электропривода, я смотрю. Без электропривода здесь рельсы. Если я буду по ним ходить, я умирать не буду. Это хорошо. Так, а мы давайте пойдем сейчас. На следующую станцию. Каховская линия никогда не будет. И навсегда она ушла в историю. И будем ее помнить, и все хорошо. Где-нибудь. Так, Монашо. Что за Монашо, я не знаю. Да, и. В общем, нам снимают уже все весь бетон. Так что вы все станции, которые видели на Каховской линии, сейчас уже никогда не увидите. Там же будут строить новое депо какое-то, Замоскворецкое. Вот, ребят, в общем, вот станция Северли-Верли. Вот здесь вот находится мой самый любимый лифт. То, что он без лагов. Стеклянный, в нем можно двигаться во время движения.
Я вызываю его, смотрите. Ну, открывается, правда, наверное, с лагами. Как сейчас. Смотрите. Вот нажимаю на кнопку. Поднимается плавно, без лагов, спокойно. И самое главное, ребят, сейчас я... О-о! Так чё, вот это вот, чё это за фигня вот сегодня происходит? Я не знаю. И стрессит тогда вообще... Кто быстрее, лифт или я? А, так, быстро, давайте. Давайте так, давайте, опа, так. Бежим, спешим. Да, чё тут бежать, спешать, если лифт даже еще не поехал. И, ну, уже приехал. Вот эта вот фигня мне не нравится. Смотрите, ребят, я хочу вам кое-что показать. Смотрите, ребят. Опа, так, кроемся. Так, давайте. Опа. Ага. И эта кнопка стоп. И все, и лифт остановился там. Лифт там остановился. Ну, я сейчас нажму. И все, и лифт дальше поехал. Ну что ж, ребята, я думаю, что на этом я уже буду заканчивать это видео. Очень, конечно, грустно то, что грустная линия ушла у нас навсегда. Ну ничего. Будет БКЛ. Будем кататься. Значит, ребята, и я когда-нибудь, я думаю, я на тот же телефон, на который я делал видео про МЦД, лучший электропоезд России и Волга обзор. На тот же телефон я сниму обзор новых станций всех БКЛ. И когда все станции БКЛ откроются прямо все до единой, а это будет в 2022 году, когда и чемпионат мира по футболу будет, где-то там в островах каких-то, не помню. Напишите в комментариях, если вы знаете. И в общем, ребята, пишите мне больше комментариев. Ну, если хотите, пишите мне просто привет, как один чувак писал в каком-то видео. Да, в общем, ребята, и в общем, в 2022 году я сделаю видео, всех обзор всех станций на БКЛ, и я там буду кататься по БКЛ. По кругу. Я целый круг сделаю, представляете? Угу. Целый круг сделаю. Да, вот так вот. Ну что ж, ребята, а я хочу попрощаться со всеми. С этого видео уже 17:00. Но, конечно, мой компьютер чуть-чуть опаздывает по времени. И на самом деле сейчас 17:03. Но он показывает 17:01, но... Ну, что тут такого? Вот вам, пожалуйста. Так, и, значит, что, ребят, ну, это я по телефону, в смысле, показывал. Вот. Воскресенье, 5 января. Ну, что ж, ребята, всем спасибо за просмотр, кто смотрел это видео. И что ж, дорогие друзья, чуть не забыл. Ребята, хочу вас всех поздравить с моим вторыми 100 видео на канале. У меня уже 200 видео на канале. Я хочу это чем-то отметить. Ребята, хорошо, прям вот недавно совсем, вот прям недавно записывал видео, как мы были в 100 видео, первые 100 видео на канале, Как мне там Даня писал, ZDD11. Он писал, поздравляю, он написал. А потом еще написал, ну если открыть сначала новые комментарии, ну уже есть как сначала популярные, сначала новые. Если нажать на кнопку сначала новые, а там можно увидеть комментарии «Нифига, 100 видео на твоем канале». Вот это поворот, да. Так что знаете что, ребят, я на это видео оставлю ссылку в описании, там, где я отмечаю мои первые 100 видео.
А что ж, ребята, это видео я, думаю, буду завершать. Ну, не знаю, но вроде мы все отметили уже, все отметили. Так, друзья, ну что, всем спасибо за просмотр, я думаю. О, уже 55 минут видео идет. Ну что ж, ну все, ребята, всем спасибо, кто смотрел это видео. Всех поздравляю, на моем канале уже более... Сколько там? 400 лайков или 300 лайков, там сколько это, не помню. Где-то, не знаю, 20.